Ребят, всем привет! Вы на канале Joint Games. Мы продолжаем играть в симулятор скорости. И мы остановились на том, то, что мы взяли первый ребит. Давайте пойдем в эту локацию, во вторую. И сейчас будем здесь набирать скорость. Смотрите, у нас здесь скорость растет гораздо быстрее, чем там, в первой локации. Поэтому будем бегать здесь. У нас, смотрите, до ребитха 2500. Очень много еще, ребят, до второго ребитха, но мы, конечно же, постараемся, и в скором времени у нас будет второй ребитх. Смотрите, какой скоростной-то, а. А интересно, ну-ка, подождите-ка, я тоже хочу такую линию, по-любому можно мне тоже такую линию сделать, да? Давайте посмотрим, вот, ага, вот, все, она экипирована у меня. Вот, ребят, смотрите, теперь у нас тоже такая линия, смотрите, какие мы все флеши, ух, какие быстрые, просто скоростные, смотрите, какие, это 600 скорости у нас, ребят. А если будет 2500, там, я не знаю, около 3000, мы, наверное, вообще супер быстрые будем. Смотрите, и так, насколько быстрые мы. Смотрите, он еще и прыгает, я тоже так умею, я тоже умею прыгать. Ну-ка, кстати, тут можно, смотрите, сейчас будем врезаться. Бам, нет, не получилось. Тут, смотрите, только одна комната такая. Негде побегать больше, только получается вот так вот вокруг этой комнаты. Но зато у нас, ребята, скорость гораздо быстрее теперь прокачивается. По сколько у нас дается? По 3, ребят, по 3 скорости дается. Точнее, не по 3 скорости, а по 3 энергии, ребят. У нас уже почти 800, ребят, энергии. И до ребитха осталось 2200. Ребята, напишите в комментариях, сколько у вас скорость в этом симуляторе. Потому что я даже не знаю, сколько здесь максимум. И даже не представляю, какая скорость максимальная. Поэтому интересно очень посмотреть. Вдруг там среди вас есть тот, кто прокачался на максимум. И давайте мы вместе с вами это посмотрим в комментариях. До ребитха, ребят, остается 1900. Так-то, в принципе, быстро, но все равно. Хотелось бы побыстрее. Но второй ребитх мы возьмем. Пойдем, наверное, в другую локацию. Там уже, ребят, мы будем побыстрее, наверное, накачивать нашу энергию. Смотрите, какая скорость большая, ребят. Вот это, конечно, бег. Представьте так в реальности бегать. Это вообще ужас было бы. Смотрите, какая скорость. Это представьте, с какой скоростью бы вы все делали. Да, было бы, конечно, классно. Я бы хотел такую скорость. А вы, ребят? Ребята, вы посмотрите, какая скорость. Вау. Воу-воу. Смотрите, я просто вот налево нажимаю, и он, смотрите, как у меня сразу в бок. Вы посмотрите, как быстро. Вау. Вот это скорость. Смотрите, у нас уже 1600. Осталось 1300 всего лишь до ребитха, а скорость-то уже какая бешеная. Бабах, ребят, смотрите, как мы врезались. Прикольненько, прикольненько. Я думал, тут нельзя врезаться. А смотрите-ка, оказывается, можно. Ну-ка, давайте еще раз попробуем врезаться. Ну-ка, 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 врезаемся. Нет, не врезались. Еще разочек. Бам, нет, не получилось. А почему не получается? Он как-то через раз. Смотрите, бам, нет, сейчас я снова не врезался. Давай, врезайся, врезайся. Бам, нет, все равно, смотрите, он отталкивается прям. Бам. Эх, ну-ка, еще разочек. Нет, все равно не хочет. Ну, давай, 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 врезайся. Прям сильно врезайся. Нет, не хочет он врезаться что-то. Как-то у него не получается, ребят, не хочет он. Ну-ка, еще разочек. Нет, все равно не получается. Почему ты не хочешь врезаться? Так, вот это надо обойти. О, вот, ребят, смотрите. И поскоблился, поскоблился по полу. Ну-ка, бам, и еще раз, смотрите, просто лег и лежит. Кстати, ребят, тут не рассчитали вот это разработчики. Смотрите, можно просто в стенку встать. И смотрите, у нас прокачивается скорость. Поэтому можно даже просто вот зажать кнопочку, врезаться в стенку и стоять просто. У нас будет все это дело прокачиваться. Это вот такая вот подсказочка, кто хочет прокачаться быстро или, например, кому-то надо уйти просто. Можете зажать кнопочку и все, и просто стоять на месте. Больше ничего делать не нужно. Тут мне кажется, ребят, то, что скорость у нас сейчас не увеличивается почему-то. Она до максимума, мне кажется, достигла и все. Кажется, что мы так и бегаем, как бегали, вот, например, на 1500, и 2500 почти то же самое, вообще ничем почти не отличается. Хотя, может быть, это я просто привык уже к такой скорости, и мне кажется, что 1500 и 2500 это одинаково, но оба врезались как нормальненько. Ну-ка, давай дальше беги, вставай. И вот я не знаю, надо будет потом, ребят, на видео посмотреть. Вам, ребят, интересно это заметно? Напишите, пожалуйста, в комментариях, увеличивается скорость или нет. Нам остается, ребят, всего лишь 300 до ребитха. У нас почти 3000 энергии, ребят. Совсем чуть-чуть остается до следующего ребитха. Так что давайте смотреть. И я вот не знаю, есть ли там локация для
второго ребитха. Давайте-ка посмотрим. Вот, все, смотрите, у нас энергии теперь достаточно. Давайте проверим, какие там локации у нас еще есть. Так, это у нас сколько? Это 30 надо. Ничего себе! 20. Ну-ка, вот 10 давайте. Это у нас для... Вот, для двух ребят. Так что давайте нажимаем. Все, теперь, ребята, мы снова медленные. Медленные. У нас два ребитха теперь. И у нас, кстати, скорость, смотрите, по 3 качается, ребят. Просто вот в этой локации теперь скорость качается по 3. Кстати, давайте теперь мы поменяем. Вот, 2 ребитха. Вот это будем использовать. Так, давайте посмотрим. Вот, вот эту экипируем. Все, ребят, теперь мы красные, смотрите. А, нет, почему у нас нету? Ну-ка, давайте-ка мы экипируем. Ну-ка, экипировали. Во, все, ребят, теперь красненькая. Идем в новую локацию и смотрим, сколько здесь дается. Так, тут у нас дается тоже по 3, ребят. По 3, но быстрее гораздо, ребят. Смотрите, как быстро-то. Ничего себе. У нас теперь, ребят, гораздо быстрее прокачивается. Хоть и по 3, но иногда вроде бы по 4. Нет, всегда вроде бы по 3. Да, ребят, всегда. Нет, по 4 иногда вроде бы. Я вот не успеваю заметить. Вроде бы все-таки иногда по 4 он прокачивает. И смотрите, у нас скорость, он прокачивает гораздо быстрее теперь. Вот такая вот, смотрите, у нас локация. Пирамидки такие. Смотрите, сквозь пирамидки можем ходить. Я думал, в них врезаться или бегать по ним можно, но нет, ребята. По ним бегать нельзя, к сожалению. Сквозь он проходит, них, ну-ка, вот в эти тоже не врезаются. Эх, а так хотелось поврезаться, конечно, в них. Но ничего страшного, ну-ка, вот сюда он сможет залезть? Не, не залазит сюда. Тут, ну, вот такая вот, ребят, в общем, локация. Так вот она выглядит с пирамидками, вон там у нас еще деревья какие-то есть. Ну, кстати, смотрите, вот мы прыжками можем как будто бы залезть, но не хватает нам еще, смотрите-ка, не хватает нам скорости и бега, чтобы именно до туда допрыгнуть и долететь. Вот так вот, ребят, смотрите, теперь у нас скорость прокачивается, в принципе, тоже быстро, побыстрее, чем в предыдущий раз. В следующем видео, ребят, продолжим прокачивать скорость нашему персонажу. Всем большое спасибо, ребят, за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч, всем пока-пока!